бигули саби Махачкала. Салам ахерти дарганти. Эфир лизиб Дагестан на радио. Дарган мезличил передачами дехтир хура. Ишбархе февралла весновера хамис бархе. Микрофон нагалар редактор Наида Гуруева. Режиссер Роза Муртузалеева. Лехтизирая эргати хабуртачи. Республика Лизрати Багахниби. Дагестанна премьер-министрла колокуни заманалисту закуси Абдул-Муслим Абдул-Муслимовла бектешлюб, бетерхорси правительствола заседаниялчив, дагестаннезир биринждальнила шайчивси инвестпроектли пачилихла кумеккайсниличила буриб. Ил проектла дазурбазив ООО Нива хозяйствола дальнила чабурти, хабалазирлим шударш гектарличират, овалазирлим урегдарш гектарличи имцадарес пикрибарлисави. Илдала ишварихла манзилат алавана чимешути техникалер, илдала кумекличивли, докнубала ахтихедага кисра, имкамбигар илда чилдарх биринжлара. Элита бигуси журалахе илдани регионна царахилди хазяйство базира деакулисави. Илди ханчи жигарчердарли имцадарес хазяйство лизир сагати цифровой технологияби дузисатнила ханчи дехтиркулисари. Вики ООО Нивала генеральный директор Арслан Хайдаров. Дагестан Республикала Ардеш Махкамбирнила министрла колокуни заманалисту закуси Татьяна Беляевани Республика Лизибси коронавирусла шайчивси тахар кайдаличила суннела пикруми дуриб. Илала гай хасибли ковид везну урчемра иза шайчивси ибхси аги харби обли саби. Больница базибад сагби обли дурабул коти ила кабир котачив иштибар назиб имцаби обли саби. Нуша хулдикулра коронавирусла изала хатира харбирниличи. Республика Лизиб кайцы верцели процентла омикрон жура ва вирусла дельта жура урдилизнеличи. Иличилбарх бусатла замана больница бази кабаргабти келазденим шударш заябтилев. Илди ургаб камля ахен декли заябтира. Изайчи асар чепсили ва цайлицаси берцудили каулали саби вакцина барахни. Республика Лизиб прививка барахили саби ца миллион даршным ганушуру азир адамли. Илди ургаб визнукира дусла чедирте амрла верхтарш улукабанира. Вакцина барни каркайс асарагарли бетурхуси саби ва вирусличи каршиси иммунитет алгакуси саби. Республика лизир келазин мганцарабил дусла ахирличи ванзурби дойнила ханчи дурдеркибти сари. Дагестан Республикала ванзурбала ва лебдешла бархбасунал шайчивси министрла кулукунни заманалисту закуси заур эминавли бурни хасибли. Республика ли почелекла вядеш лизирти, ахцадла кадр ванзурби ва капитальное строительство ла объектуни махкамдар лисари. Ишту слизив, Дагестан лизирти лерил ванзурбала кадастровый баха кабизакурли бирар. Одно из первых распоряжений главы Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова на посту главы, именно распоряжение о повышении эффективности распоряжения землями, находящихся в собственности Республики Дагестан, было стратегическим. Почему я не устаю повторять, что во многом зависит экономическое положение страны от того, насколько эффективно используется земельный ресурс. Для отдельных отраслей экономики земля является основным средством производства. Мы должны были понимать, где мы находимся, какими инструментами обладаем, какими ресурсами, чтобы понять, куда нам двигаться и какими ресурсами у нас для этого движения имеются. Поэтому в рамках реализации этого распоряжения была проведена, я считаю, большая работа в прошлом году, именно связанная с инвентаризацией земель, находящихся в собственности Республики Дагестан. Эта работа нами проведена, мы готовы поделиться предварительными результатами. Я бы хотел поделиться собственными наблюдениями. Первое, что нам удалось, это посчитать. Если на начало 2021 года у нас в реестре числилось 4996 земельных участков, то по результатам инвентаризации было установлено, что земельных участков их около 7000. То есть это не значит, как я уже говорил, что земли стало больше. Дело в том, что ранее большие земельные массивы, они были разделены на части. В частности, вот мы столкнулись с примером, когда тысячи гектаров были разделены по одному гектару, в общем-то. А у нас по реестровому учету эти сведения не были внесены. Нам удалось это посчитать, количество земельных ресурсов, и посмотреть, в каком состоянии они в настоящее время находятся. И вот эта инвентаризация выявила ряд проблем,
которые легли основу нашей деятельности по улучшению ситуации в сфере земельных отношений. В частности, из тех системных проблем – это отсутствие свободных земель у муниципальных образований для реализации, в том числе, социальных проектов. Это строительство школ, садиков, спортивных площадок, фельдшерско-акушерских пунктов. Вторая большая проблема – это земли отгонного животноводства. Когда было выявлено, что на землях отгонного животноводства, в отношении которых установлен особый режим охраны специальным законом Республики Дагестан, что на этих земельных участках уже возведены более 200 поселений, не имеющих статус населенных пунктов в большинстве своем. Следующая системная проблема – это неэффективное использование земель, которые были предоставлены ГУПам. Вы представьте, пожалуйста, за ГУПами на сегодняшний день по результатам инвентаризации установлено, что за закреплено более 52 тысяч гектаров земли. А республика, например, в год получает в виде части прибыли от деятельности государственных гуманитарных предприятий сумму, которую соизмерим меньше 1 миллиона рублей в год. Мы посчитали, получается, что за каждый гектар земли, предоставленный государственному гуманитарному предприятию, республика получает 11-12 рублей в год. Полагаем, что это действительно у нас системная проблема, над которой мы тоже должны работать и постараться и этот пласт проблем тоже решить. Кроме того, были выявлены такие факты, что земельные участки, по которым давно расторгнуты договора аренды, находятся в пользовании третьих лиц незаконно, на них осуществляется хозяйственная деятельность и ряд выявлен вопиющих фактов. Дагестанны зертей социальный бахчебизла органтаны дедлугули колонты артс Елазыр мұғаны керебел дұсыла бәхбе көтілі чебат, пенсионный фондылы дәділігі тесірі. Илі чила бұры пенсионный фондылы отделениялы социальные выплатывалы отделы начальник Салисат Абдуллаеваны. С января 2022 года пенсионным фондом приняты некоторые меры. Это лица, подвергшиеся радиации вследствие Чернобыльской катастрофы, а также ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Также мы приняли меры матери, которые заняты уходом детей до полутора лет. Также дети переданы на воспитание в семьи. По беременности и родам, кстати, тоже только лицам, которые были уволены в связи с ликвидацией организации. И некоторые категории военнослужащих и их семьи. Мы приняли их, сформировали выплату за январь месяц, они уже даже получили. С созданием единого казначейства по соцвыплатам все меры соцподдержки будут в одном окне. Дербент шахар вакцина бедернила шайчи бэлара алы бул кулисаби. Ковид изайчи каршити вакцина бедара кулисаби ауцали азир адамли. Шахарла уригал мермусаличир прививка бедрути пунктунилер. Дербентла больницалабек тухтур Давлетхан Мирзахановла пикри хасибли. Жахилти адамти хаман инстаграмли зиртани дурутачи лихур кулисаби. Тухтуртачи лихур книла мерлаб. Дербентла мерличивси Роспотребнадзорли, жамятличил Иргахнила Ханчи Дурабуркулисаби. Шахарла Роспотребнадзорла управляняла отдела руководитель Рашид Аджиевли Буриб. Проводили разъяснительную работу, но здесь присоединился омикрон, контагиозность у данного штамма очень высокая, и заболеваемость в течение 1-2 дней клиническими проявлениями. А так как мы знаем, что в это время вакцинировать контингент нельзя. Но несмотря на это, вакцинация идет. И я могу сказать, что после Нового года мы около 17-18% набрали. Чедибде шла поезд музей Чебаев Талалу Эхасибли, Дагестан Бэклару Халабикив. Иттибор Назиб, Иль Чебаев Бакибте Адам Талалу Э, Верхала Зерлим Урегдаршичив Имцалири. Ханбур Шахе, Чедибде шла поезд, Махачхалалзи, Феврала Везна Хабрал Чебат, Везна Уреграл Чебикайчи Калунзири. Иль Чебах Сивата Дергла Тарих Кумхар Такес, Пикрибарибси проект Саби. Вагарль Вагонезир Дургбала Анцбукуначила Бурсири. Иль Чебаев Бакиб, Хукуматла Орган Талаханчи Зарти, Студентуни, Школьникуни. Дагестанны шаур тазибат ва район тазибаттыра бархли. Дагестанны зир, кела зирли мғана хабра эбил дусли чибикайчи, кел хала тида қал шалыбарты спортла объект таштатес пекри барли сады. Илді харжанас, пачалі клей шударш миллион куруш декардарли сады. Илі чила бахақур, регионна спортла министерствали. Демография бекуси миллатла проектла дазурбазив, ва спорт норма жизни ибси уличил федеральный проектла дазурбазив, Дагестанны зир, кел спортла объект ашталтули сары. Ца физкультурала ва ардеш махкам бирнила объект, Дербент шахарлизиб саби. Ил иштуслизиб карара коли бирар. Ил ашпалтнила харжанас, текар дарибти даршим урчемцанны урчемра миллион коруш сары. Кесил спорткомплекс, Хасайуртла районна эндирейши лизиб саби. Ил балкаурли бирар, кел азирил мгана хабра эбил дуслизиб. Ила декар дарли сары,
кидаршлим кехцану гехра миллион куруш. Владимир Путин на карбар хасибли, программа пикрибарибсири, спортла шали, халабах арбукис баганден. Келазрил маганы керебил дослизир, ара абли россия лизир, даршлим аудзану шура спортла объект арбукис пикрибарлисиви. Келазрил маганы керебил дослизир, дагистан лизир, хабла докуламани баас хадур барлисаби, Кидаршли мганушура азир гектарла ванзала чабар, бала колесави, шила хозяйствала ва беркпержла шейчипси министерствали. Илда зират аудзан кира азир гектар, овощини дельнелис пайдала диру. Гал азир байкала гектар картошкалис. Биринжлис тегардарив гану регра азир гектар. Царихилти карла доклумас гану регра азир гектар. Хебла ангела журалис, верхцеля азир цад гектар ванзала дегардарлисари. Ведомстволи бахакни хасибли, хебла дэгнубас хасбарибси бэклара халаси ванзала чабар, кызларла район низиб саби, хабзан нурегра азир гектар. Хасайртла район низиб хабзан нахабра ваак эл азир гектар. Илгайдали цахси ванзала чабар леб тарумало район низибра, вез нурегра азир гектар. Бабайртла район низиб вез нурегра азир гектар. Нагайла район низиб вез нукира азир гектар лаванзурби, ва дербентла район низир, Урчимал азыр гектар лаванза. Илди район тала хозяйствачи карбарли саби ханчи жигар черли дурадурка кыз. Режиссер Родион Исмаилова бекдишлюбси фильма би кайсуси кукали, Дербентла нарин калалызир съемка би дурадырки. Илини Дагыстани чила документальный фильм кайсуси сай. Режиссер Либурни Хасибли бекли биубси Мурат саби, Дагыстана миллатунала адаб хаяла ва рухлашалси харли марси хазна чебаакни. Съемка бе дубуртар шимазирра детер хурте саре. Фильмла игитуни ца темали бархбаса кисабе. Калибарг, ватан, диги, халмагдеш, талих, хулани, халабла, челабкла ва бусатла заманара бархли. Ил чебе ахухали Англияла, Францияла, Немецунала, Испанияла ва Урусла мезаначил, белгани субтитрты дирти саре. Дагыстанна милотла мезанала жагадеш аргакыз баганден. Ханбур шахе, Дагыстани чил фильм касес пикри барибси Родион Исмаилов, режиссер Евразияла академияла телевиденияла ва радиола член, Россияла кинорежиссертала гильдияла член расай. Москва лизибси ГУМ лизиб наука в лицах бигуси выставка абхилисави. Иличир гаралди хилисари эльму халабах башакути гал адамла суррат ва илдачила канти баянти. Илди ургаулев Дагыстанлан Абдулкарим Амировра. Абдулкарим Амиров физикала ва математикала элмуртала кандидат сай. Деге ула лабораторияла халалгуна ханчизар. Келазирли мезнуэхра эбилдусла Россияла элмуртала фондла президентла программа лзиб чедебдеш сархипсири. Жахилси алимли пикри барли сай, духуси имплант сабира биомедицина лзиб пайдала бируси. Ил хокалези нора керхакни дебали дигиси саби. Россия лзиб бакал саби пахмучепти пергерла жахил алимти. Нушал Мурат Саби, Эльму Халабах Башакни, Вики Амиров. Выставка февраля Галичи Пикайчи Каулан. Район Тазиратты Хабурты. Дахадайвала район Низиб, Бузырла Шайчипси Министерствала социальной бахчипизла ханчи зартани, коронавирус интхабия кызбахандан, хэсти амрула адамтас вакцина бедиракайс кумек вирули саби. Районна социальной бахчипизла центрла директор Муслимат Ражабова Нибурни Хасибли, Центр лизиб бузуты даршлим хабзанна хабра ханчизар лев. Илдала хердюлюбти верх даршлим аудзанна гехра адам лизибад, даршлим аудзали адамли вакцина бидарақи лисари. Арадешлис урихи лебтала ургав ирақнила ханчи дурадурку лисари. Муниципалитет лизиб, социальный центрла ва администрацияла ханчизар тачил, районна больницала медикунира бархли ирақнила ханчи дурадуркнила график хадур барли саби. Хести амрула адамти ургав вакцина бидарақнила ханчи даим дирар. حوش الاحتزار رأي أرغتي خبرتك.